Всем привет! Сегодня хотел бы вам рассказать про очень интересный гаджет, который, думаю, пригодится вам на ваших рыбалках. А именно, это вот такой вот солярий для светонакопительных приманок от компании Rapala. Он напоминает вот такой вот чехол от очков. Внутри у него есть 8 ультрафиолетовых и довольно мощных светодиодов. Питается все это от 3 мизинчиковых батареек. И достаточно нажать кнопку сверху, и наш солярий начнет достаточно ярко светить. То есть закладываем туда приманку, закрываем солярий и зажимаем кнопку в течение 10 секунд. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Достаточно. Теперь наша приманка зарядилась. И сейчас я вам продемонстрирую, как будет светиться наша приманка. Сейчас мы выключим свет, и вы посмотрите, как это будет выглядеть. Как вы видели на видео, приманка достаточно ярко светится, ну и в принципе заряжается быстро. Думаю, такой солярий будет полезен тем, кто любит половить форель, также те, кто ловит на светонакопительные приманки зимой, ну и в принципе любители ночных рыбалок. Надеюсь, этот обзор был для вас полезен.